На третьем Всекавказском молодежном форуме «Машук» сегодня день Кабардино-Балкарии. Более 100 ребят из нашей республики представляют свои проекты в Пятигорске. Молодые активисты уже участвовали в различных мероприятиях, в том числе отпраздновали День Ставропольского края. Множество мероприятий запланировано и сегодня. Как идет подготовка и чем порадует молодежь КБР гостей лагеря, расскажет наш корреспондент Осман Казаков. Он на прямой телефонной связи со студией. Осман, вам слово. Да, Беслан, здравствуйте. Третий день молодежного форума проходит под знаком Кабардино-Балкарии. Уже с самого утра представители Прохладинского, Черекского и Зольского районов приступили к установке национального подворья. Кстати, в этом им помогают и участники лагеря. Здесь представят предметы быта и традиционные блюда народов Кабардино-Балкарии. Сейчас подготовительные работы практически завершены. Лишь к вечеру ожидается приезд VIP гостей в лице членов правительства КБР. Возглавляет делегацию премьер-министр Иван Гертер. Всего же в лагере расположились 1200 участников со всех регионов Северного Кавказа, а также гости из Ханты-Мансийского автономного округа, Волгограда, Украины и Южной Осетии. Нашу республику представили 130 человек. Образовательный курс проходит на нескольких площадках в трех направлениях – медиа-Кавказ, индустрия, гостеприимство, добрососедство. Интерактивность – главное отличие «Машука» 2012 от прошлогоднего. А здесь же заработали свое телевещание и местная газета, которые знакомят машуковцев с последними событиями форума. На этом у меня пока все. Беслан,